Верочка, и мы с Сережей пришли на озеро. Как Сереже очень нравится играть, да, и гулять, мы пришли на озеро, погуляем, поиграем, да, Сережа? Пойдем, поиграем немножечко. Смотри, горка. Давай я подержу Сережку. Давай, и ты. Аккуратно садись. А то он сам не сможет, он же маленький. Садись, возьми его на руку. Держи его так хорошо. Хорошо. И я тебя здесь буду держать. Ой! Класс! Да, теперь а давай пойдем на это. Иди ты садись здесь. И нет, садись ты здесь. Где синяя, да. Да, держи хорошо на нашу Сережку. Мама здесь пришли, пристань. Ой, как классно! Как Сережка, тебе нравится? Классно! Скажи привет! Вот мы катаемся! Не поднимайся сильно, наверное. Поднимай. Сережа, тебе надоело? Покажи привет всем, Сережа. Привет, привет. Ты любишь подписчиков? Люблю. А ну пойдем на ту качельку. Посмотрим. Нравится тебе? Так. Смотри. Там тоже. А там классно. Сережа, ты самый высокий, ты меня выше, да? Смотрите, глазки голубые, качеля голубая, да? Да. Смотри, мам. Оп. Ой, так можно встать, да? Ага. Ну подожди, давай Сережа встанет. Давай, Сережа, садись. Только держись крепче. Давай, хорошо? Давай. Давай я с тобой вместе. Нравится тебе? Нравится. Мы в этом костюмчике красивом, джинсовом, да? Да. Это любимый давай, костюм. Давай пойдем теперь на озеро и покажем детям, какое у нас есть озеро. Нам понравилось на этой качельке какая-то, правда, Сережа? Да, держи его осторожно. Пошли. Ой, маленький. Может, там есть катамаран, смотри даже. Да. Смотрите, там лодки. Это катамаран, Верочка. Ага. Теперь буду знать. Мам, смотри, тут в баскетбол можно играть. Смотрите. Здесь вообще такая комната, буря. Ага. Тут классно. Мне здесь это нравится. А тебе, Сережа, нравится? Скажи, да, нравится, да? Пойдем. Ой, такое чистое море, там лягушки, наверное. Это озеро. Ой, озеро, точно. Да, Ирочка, иди присядь. Аккуратно. Давай садись. Возьми Сережку. Привет! Конечно, привет. Мы сами не будем привет трогаться, потому что это опасно. Ага. Ух ты, как красиво. Смотри, Сережа. Нравится? Это озеро такое красивое. Нравится Сережа. Привет! Мама, ну ты попробуй с Сережей.
меня выдержит? Не знаю. Я? Да, я тоже. Да, ой. Ну-ка, Сережка, давай ты иди сюда. Садись. Ой, не страшно. Вот как нам хорошо и весело мы сегодня гуляли, веселились, отдыхали и катались. Потому что нам очень-очень скучно сидеть дома и проводить дома в квартире. А на свежем воздухе очень интересно. И Сережка после этого очень хорошо заснет. Спасибо вам, что вы смотрите наше видео. Подписывайтесь на канал Ирочки. И ставьте лайки. Пишите пока! Комментарии. Пока-пока.